Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить деятельность центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Для этого будет создана специальная комиссия во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым. В ее состав войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов. Завершить всю работу глава государства поручил в течение 10 дней с выводами и рекомендациями.